наша школа является пилотной школой, то есть мы пока первые, со 2 марта должны перейти и готовы уже к этому переходить на работу вот таким вот по социальным картам школьника. Первыми карту школьника получили учащиеся 4-й школы. Попозже ее выдадут и в других. А для чего она нужна, родителям на общем собрании рассказали представители Башкирского регистра социальных услуг. Вот такая вот выпущена карта, по которой можно в стенах школы и не более где произвести оплату буфетной продукции. Но так, чтобы на это было не просто, да, то есть, что мы еще сделали? С помощью этой карты в городе можно проехать на автотранспорте. То есть ребенок может рассчитаться опять безналично. С помощью карты родители получат не только контроль посещаемости школы, но и смогут отслеживать расход денег и самостоятельно пополнять баланс. Все это можно сделать будет с помощью мобильного приложения, где в личном кабинете будет отображаться статистическая информация. Приложение станет доступным в ближайшее время. А вот лицевые счета, стоит обратить внимание, останутся прежними. Единственное, что вот номер на обороте карты школьника – это номер транспортного приложения. Это не лицевой счет по питанию. То есть, пожалуйста, вот это вот запомните. То есть, если вы положите деньги по номеру карты, указанному с обратной стороны, это будет транспорт. Лицевой счет, он у вас отражен в личном кабинете родителя, и его дает классный руководитель. Карты школьников дают бесплатно. Принцип пополнения прост. Родители выбирают услугу, которую хотели бы воспользоваться, транспорт или питание. Обслуживание карты бесплатное. А вот комиссию каждый банк определяет сам. Так же, как и перевозчик определяет стоимость проезда. В Нефтекамске это 18 рублей. Для удобства пользования карты будут предоставлены также в виде браслета либо брелка, но уже на платной основе. Вся подробная информация размещена на сайте БРСК, где в разделе или помощь каждый сможет найти подробное разъяснение. Там же указанный номер горячей линии. Лилия Гарифуллина, Ринал Айнединов. Время новостей.